В мире сейчас идет снижение срока карантина для больных коронавирусом, бессимптомных и контактных лиц. В России также заявили о том, что сокращает карантин до 7 дней. Такой вопрос рассматривается и в Казахстане. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, по итогам изучения международного опыта рассматривается вопрос о сокращении карантина для контактных и бессимптомных до 10 дней. При этом будет дано право провести тестирование на 7-е сутки и при отрицательном результате уже через 7 дней завершить карантин и выходить на работу. Если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено, карантин будет продолжаться 10 дней, по истечении которого можно, не сдавая ПЦР-тест, завершать карантин и выходить на работу. Данные изменения пока только в проекте. Срок карантина для заболевших и контактных на сегодня по-прежнему составляет 14 дней.